Скажите честно, почему вы решили поступать именно в наш вуз? Папочка, ну зачем задавать такие дурацкие вопросы? Надоело писать курсач, не зная о чем? Непонятные лабораторные вводят тебя в ступор и мешают жить? Каждая контрольная работа как нож в спину? Выход есть! Попробуй ходить на пары! Этот метод одобрен ведущими профессорами нашего университета. Ты опять не заметил мою новую прическу? Какую прическу? Я же осциллограф. Как непонятные огоньки мне показывают? Так, пожалуйста. Как комплимент девушке сделать? Так все, ты осциллограф. Я же для этого и сделан. Ой, все, тоже мне друг. Долбанутая, с осциллографом разговаривает. Уже не разговаривай. А где наша группа? Не знаю. А где наша следующая пара? Не знаю. Тогда в столовую. О, покатили, как раз за этим сюда и пришел. Суббота? Да. Первая пара? Ага. Как я вас понимаю? Нет, не понимаете. Прекрасно понимаю. Не понимаете. Поверьте, я вас прекрасно понимаю. Да как вы можете меня понимать? Да все очень просто, я ваш преподаватель. Слушай. Да. Знаешь, что было бы круто, если бы было такое место, где ты можешь спать? А в это время тебе бы что-то умное втирали. Это типа как подсознательно становиться умнее? Точняк, точняк. В принципе, даже если бы нужно было что-то записывать, никто бы этим и не занимался. Да, клевое место было бы. Погоди-ка. Лекции. Уже более 200 лет на рынке гипнопедии. Все видели. Ты молодец, настоящий актер. У тебя все получилось, мы дарим тебе диплом. Такой важный. Вот. Покажи его всем. Спасибо, приходи к нам учиться в Харьковский национальный университет радиоэлектроники. Ты отлично играешь. Возможно, у тебя актерское будущее. Сейчас мы тебе даем диплом. За активное участие в съемках скетч-шоу. Поступай в Харьковский национальный университет радиоэлектроники. Диплом этот тебе. Вот, покажи его на камеру, что он есть. Вот, и мы надеемся, тебя сейчас встретят такие умы, как ты, нужны нашему университету, встретить в качестве студента в будущем. Вот, желаем тебе успехов, удачи и все. Мы вручаем тебе диплом за участие в съемках. Успехов тебе во всем. Поступай в Харьковский национальный университет радиоэлектроники. Ты здесь нужен. Thank you.